Местный метол. Судя по гриму чуваков. Хотя, конечно, Les Paul как-то не внушает перспектив. Но название правильное. Самое инфернальное, что можно было придумать в рамках этого места, наверное. Какая-то еще дорожка. А, это вот этот театр. Тут какой-то городок, буду часть Ратена. Чего? Это я комментирую видео, говорю, что часть Ратена, только на другом берегу. Красиво. Все так аккуратненько. Четенько. Ну что, хорошо. Вот здесь еще одна дамба, видишь? Папоротник растет красиво. Да не держит уже палка вообще ничего. Камера разряжается, приходится заряжать. А еще от перегрева тоже разряжает. Домик разваливается. Прикольно. Уютненько.
Это все эта решушка, наверное, стекает. Красивый мостик, такой простенький, но хорошо так, арка такая хорошая. Так, спускаемся к парому. То, где мы лазили. Красота. Это мы там сегодня лазили вверху. Хотя вон тот чувак стоит, статуя, которого было видно с той стороны. Хорошо плывем. Thank you.
был замок. Металлисты. Металлисты. Металлисты играют металл, они не срезают забор. Ну почему? А тут порубашили. Это алкометаллисты были. Что тут есть? Тренажеры. Наш тикет уже не действительный. Конечно, 4 часа он годный всего, надо новый брать. Надо покупать. Надо. Надо на станции. Танчик. Да. О, обалдеть, прикинь, вот это там мы лазили. А вон эта скала, на которой стоит скульптура, видишь? Ну там видел, там много крючьев вбито этих, ну как они, ну, да, как они называются, у скалолазов. Вот эти штуки, в общем, которые они вбивают. А там у них какой-то театр, видишь, какой-то, и вот такой паровоз еще один носится, в 50 метрах отсюда. Ну, на паровоз мы бы сходили, если бы мы тут жили. А так как мы проездом, точнее заездом, то нет. Отпадает. На байдарках чуваки гоняют, скалолазят, в пещерах лазят. Очень полный набор всего. А мы спешим на станцию. Какой-то поезд приближается. Ага, я стою. Я стою. Сейчас уже поезд пройдет.